Всем огромный привет. Можете сказать доброе утро. У меня сейчас утро отвезла младшего в садик, старшего у меня муж отвозит. Смотрите, что у нас случилось за ночь. Вы посмотрите, снег выпал. Какой снег? У меня уже весна, а у нас снег. Смотрите, кошмар какой. Пришла, сейчас буду девчуль кормить. Вот так вот. Ждут меня где-то Каспер, наверное, еще есть. Сейчас будем завтракать. Да. Джуси, перестань, отстань от него. Так, я всех накормила, но это не мешает им выпрашивать у мамы еще что-нибудь вкусненького, да? Мама, да, что-нибудь вкусненького. Очень хочется, да? Очень хочется что-нибудь вкусненького. Сидят, они быстренько съедают, пока мама готовит себе завтрак. И потом приходят сюда ко мне, и все, и дай что-нибудь. Ну, дай что-нибудь, да? Вот, а у меня сегодня на завтрак яишенка. Что-то мне так захотелось. Вообще захотелось яичницу с черным хлебом, но у меня в доме нет хлеба. Вообще нет. Кошмар. Вот, поэтому я решила взять просто кусочек булочки и сделала себе яишенку. Я очень люблю, когда яичница вот такая вот здесь вот жиденькая. Вот эти яйца я покупаю... Ой, как они называются? Деревенские, не знаю. Ну, в общем, магазинчики, они типа хорошие. Ну, короче, не факт. В общем, вы поняли, типа деревенских, да? Они там десяток покупаешь, они там все разного размера, разного цвета, ну, еще такие. Кофе, конечно же, куда без кофе. Моя любимая кружка. Кстати, вот эта любимая кружка, я ее обожаю. Я ее покупала 100 лет там назад в Фамилии, но было такое большое блюдце здесь. И вот блюдце... Мне разбил Леофан кот. Представляете, мне так жалко было. Но кружку все равно пользуюсь. Она мне нравится. Тут вот цветочки такие. Орхидеи напоминают, да? Вот. Любимая моя кружечка. Вот прям вот размерчик, то, что нужно. Налила кофе и пьешь. В общем. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Вы уже поели. Нечего. Нечего мне хвостиками махать. И вот так будут сидеть. Пока мама не позавтракает, так и будут сидеть. Бандитки. Бандитки две. Да. Еще раз, девочки, всем привет. Я позавтракала. У нас сейчас сколько? 9 утра. Вот. Вчера, видите, я не накрашенная. Если вдруг кого испугаю, извините. Вот. Стала отекать немножко. Вчера поздно легла так. Сейчас пью кофе. Девчонки у меня ушли в этот... На улицу погулять с утра. Они все время позавтракают, а потом уходят гулять. Слушайте, вчера поздно легла, вчера смотрела, знаете, сериал. Ой, слушайте, вообще, «Осторожно, Модерн». Мне случайно попалось в рекомендованных. Обычно мне, ну, там всякая ерунда попадается в рекомендованных на Ютубе. И посмотрела «Осторожно, Модерн». И так что-то мне, не знаю, в общем, прям зашло, честное слово. Хотя, конечно, некоторые шутки сейчас смотришь, они такие, ну, не очень, но прям вообще. Это же когда снимали? Конец 90-х, да? Там что-то, наверное, 96-й, 97-й год. Может. Ну, в общем, где-то так. В общем, классный сериал. Но я не об этом сейчас хочу немножко с вами поболтать. Я в майке сижу, девочки, извините, пожалуйста. Это, я все тут думаю, сейчас же весна. Вовсю. У нас снег лежит, да? Вон, видите. Но не суть важно. Весна, в общем. Я думаю, что-то на Ютубе маньяки все пропали. Обычно весной, осенью, вот где-то как раз конец марта, апрель. И осенью это конец октября, ноябрь. Вот активизируются всякие маньяки. А тут никто не пишет. Думаю, наверное, пропали маньяки. Нет, они есть. Но они теперь не на Ютубе почему-то. А они теперь ВКонтакте. Я по утрам, когда завтракаю, всегда читаю, ну, открываю социальные сети, там смотрю, читаю там комментарии, отвечаю и так далее. Ну, вот, тут захожу ВКонтакте, пишет мне тут один ВКонтакте. Привет, готов свести тебя с ума. Прям с утра такое читать, ну, просто. Один тоже мне тут написывал. Написал, правда, что ему 23, но я сомневаюсь. Я не знаю, почему он так написал, что ему 23. Я ему в ответ пишу, мне 37. Все, обиделся, не пишет больше, девочки, не пишет. Все, обиделся на меня.
Ой, я не могу. Ну, я обычно не отвечаю, но вообще, когда вот ВКонтакте или где-то, ну, сейчас ВКонтакте мы переписываемся, да, с вами, я имею в виду, кто хочет мне писать, пишет ВКонтакте. И когда мне кто-то пишет, я не смотрю даже на аватарку, да, я не смотрю на вообще на фотографию, кто мне пишет, потому что я знаю, что у меня, вот по Ютубу я знаю, что у меня некоторые девочки смотрят под, там, аккаунтом мужа, например, да. Ну, кто-то мне пишет, я открываю, читаю и отвечаю обычно сразу, потому что я всегда думаю, что это мои зрители мне пишут. И тут однажды мне девушка написала... О, сейчас что-то у меня... Голос с утра не работает. И тут мне однажды девушка одна написала, так, знаете, миленько, там, привет, как дела, туда-сюда, ВКонтакте. В личные сообщения. У меня есть ссылка на группу ВКонтакте и на личную страничку. В группе тоже можно личные сообщения писать. Так вот, пишет, значит... Там, как дела, там, то есть, ну, такая, знаете, как бы переписка, ну, я отвечаю, все хорошо. И она мне тут предлагает вступить в группу. И пишет название группы. Значит, ну, я всегда, в принципе, ну, не против таких вот моментов всяких. Единственное, что мне ничего путного до сих пор не предлагали. Ой, тоже кошмар. Ну вот, и пишет название группы. И так, знаете, уверенно пишет, то есть, как бы, знаете, как Эйвон Орифлейм предлагают вот вам, вот то же самое вот она мне пишет, что я, как бы, по идее, должна знать, ни ссылок, ничего, вот просто. Я еще такая, Яндекс залезла, думаю, что за группа, надо же почитать. Никакой информации там не нашла. Ну, пишу ей, типа, что такое, вот это все... Оказывается, эта группа есть. Я не знаю, как... Я так поняла, что она по Санкт-Петербургу. Я не знаю, как в других городах. Но это группа для создания маленьких групп. Например, МЖМ или ММЖМ. Ну, как... То есть, как пойдет, видать. Вы поняли, девочки, вы поняли для чего, да? Представляете? Вообще. Я самое интересное, что я... Ступила, ей я ей отвечаю: спасибо большое за предложение, но мне это не интересно. Ой, кошмар какой. В общем, она мне давай написывай, давай меня убеждать, что мне понравится. У них все девочки остаются довольными. И вообще, никто никогда не жаловался, все такие довольны. Это разнообразит вашу жизнь. Давай мне там написывать. Вообще, девочки, я, короче. Ой, в общем. В общем, вот такая вот история у меня. Я не знаю. Я вот, мне еще так стало, знаете, интересно. Я думаю, вот эта девочка, которая написывает. Ну, обычно же это пишут всякие менеджеры там какие-то, да, заинтересованные люди. Она себе пару ищет? Или она проценты от продаж имеет? Ой, я не могу, слушайте, с утра. Веселят меня маньяки всякие. Но вот есть такое реально, что активизируется. Я еще думала ВКонтакте... Ну, это же надо новый номер телефона, новый аккаунт создавать. Это же не так просто ВКонтакте создать. Не, нормально, пишут. Вообще отлично. Кошмар какой. Ужас. В общем, да. Еще мне нравится, мужчины пишут так, знаете, вот пишут, и все. Вот я прям вот рекой потечь должна. Ну, честно, я не могу. В общем, кошмар какой. Ну, я не переписываюсь с ним. Но иногда, знаете, так хочется съязвить что-нибудь. Вот просто поднять себе настроение. Но я не переписываю, меня муж не поймет. Ой, ладно, девочки, пойду приведу себя в порядок. Хотела сегодня, вообще вчера, когда засыпала, думала, надо наготовить, заснять рубрику «Готовлю я на несколько дней». И что-то сейчас так лень вообще. Я вот думаю, надо пельмени поискать. Может, пельменями сегодня всех накормить. Слушайте, ну реально что-то лень. Ну, не знаю, может, разойдусь сейчас только. Только утро, может, к вечеру нормально пойдет. Ну, что-то вообще лень готовить. Вообще лень. Все лень. Вот. Снег выпал, расстроил меня. Как-то так. Ладно, девочки. Пойду я. Надо привести себя в порядок. Надо вообще волосы мне покрасить. А то я уже какая-то... У меня краска еще есть, еще осталась. Не знаю, на какую буду краску переходить. Я же этот... Лореаль краска, не знаю, но ушла, не ушла. Не смотрела, есть наличие или нет. Ну,
Ну, какой-нибудь найду он из таких российских марок Эстель и Олин. Очень хорошие профессиональные, особенности Олин. Но Эстель мне так себе, у них такие краски более жесткие. Они хорошо подойдут там, если у кого седые волосы. Вот. А Алин краски не пробовала, но вот Алин шампуни всякие хорошие, всякое такое. В общем, ладно, пойду приводить себя в порядок. Что-то я не знаю, что у меня у Каспера тут происходит. Но он у меня который день вот тут хорошенький, смотрите. Что он тут он делает? Бьет его, бьет он Леофана вообще. Не знаю. Этот его не трогает, Леофан. Хотя Леофан, смотрите, больше в разы Каспера. Вот он все время, Леофан рядышком придет и лежит рядышком с Каспером. Ему так хочется с ним дружить, общаться. А этот пишет мне тоже, что Каспер такой у вас хорошенький, такой сладенький. На самом деле он вредный. Вредный старик. 13 лет ему уже, девочки. В общем, этого не разрешает. Леофану не разрешает с ним рядом находиться, не любит его вообще. А тому так хочется. Ой. В общем, каждое утро у меня что-то тут Каспер хорошенький. Каспер, ты хорошенький. Касперёш. Левушка хороший, да? Скажи, я хороший, а он плохой. Он меня бьет все время. Бьет его прям. Тот подходит, там понюхать, еще что его. Каспер сразу начинает налетать. Смотрите, какой, да, Леофан здоровый по сравнению с Каспером. Сейчас вот я встану, так, смотрите. Смотрите, какой. У меня Каспер-то не маленький. Сам по себе такой достаточно крупный кот. А этот так вообще, что это такое? Это вообще глоед. В общем, красавчики у меня такие. Что-то провошкалось. Прям другого слова не найдешь с утра. Непонятно, чем занималась. Я все еще в майке. На самом деле, я так снимаю себя. И кажется, что я голая сижу. И не голая, девочки, в майке. Сейчас читала ваши комментарии на Ютубе. Тоже отвечала на них. И мне пишите, и в прошлые разы тоже под несколькими видео писали о том, что белорусская косметика очень хорошая. Я как-то давно, слушайте, когда вот только открыла канал на Ютубе, это лет 5, получается, назад, да, где-то лет 5 назад, я покупала, тогда вот такой был бум белорусской косметики, белорусские помады, тушь, вот это какая-то XX, что-то такое там было, вот. Я покупала, но в интернет-магазинах что-то мало было, что представлено, и мне нужно было ехать аж на Черную речку. Это метро Черная речка. Туда там был маленький какой-то магазинчик, где были такие продавцы, знаете, ну, прямо из 90-х такие. Я зашла, там никого нет, я помню. И мне типа серчи надо, знаете, так вот. Ну, в общем, как-то и я перестала покупать, потому что, ну, много чего было другого. И я думаю, ну, и как бы и ладно, и черт с этой белорусской косметикой. Вот, сейчас я посмотрела, есть разные интернет-магазины, как-то Белорис еще какой-то, да, ну вот, напишите, пожалуйста, вот кто мне писал про белорусскую косметику, что сами пользуетесь, напишите, пожалуйста, какие продукты вам очень нравятся. Я не знаю, с чего начать, что-то там много всего и для волос, и для тела, и для того, и для сего, и косметика всякая разная, ну, декоративная, я имею в виду. Слушайте, я с огромным удовольствием, цены вообще потрясающие, на мой взгляд. Если еще качество хорошее, так вообще супер. В общем, напишите мне, пожалуйста, какие вот прям продукты, которые вот вы прям покупаете постоянно и вам очень нравятся. Хочу себе сделать заказик, потому что у меня, ну, подзакончились всякие маски для лица, там кремушки для тела купить. Надо мне для рук тоже. Я думаю, почему бы не попробовать белорусскую, да, косметику? Тем более вы про нее мне пишете. И нижнее белье, кстати, вот из предыдущего влога мне очень понравилось. Вот, ну, посмотрим, как в носке. Ну, белое белье, оно всегда у меня быстро как-то быстро уходит. Вот, но все равно качество такое прям очень хорошее. Ну, в общем, вот, ну, в общем, из белья я еще потом вверх посмотрю что-нибудь.
Вот, так что про косметику я очень жду ваши комментарии. Я, конечно, еще отзывы всякие почитаю, посмотрю. Вот, но прям вот хочу сделать заказ какой-нибудь. И на каком сайте, если вы заказываете, самый такой выгодный, Ну, куда без этого, правильно? Я очень люблю на скидках покупать. Вот, и, в общем, буду ждать ваших комментариев. Обязательно сделаю заказик какой-нибудь, что-нибудь куплю. Надо попробовать. А что? Я думаю, что уже... Если я тогда заказывала 5 лет тому назад, и мне некоторые продукты нравились. Ну, некоторые не очень. Так во все, у всех марках есть. Есть продукты, которые вообще огонь. А есть, которые, ну, такое себе, да? Вот. И в дорогих, и в дешевых марках во всех есть. Вот. Так что очень буду ждать ваших комментариев. Обязательно пишите. А я поехала. Что-то провозилась утром. Не пойми, что, чем занималась. Вот. Поехала, сына со школы заберу. Забрала своего старшего сынульку. Девчули мои, девчули. Смотрите, что у нас творится, девочки. Все, лета не будет. Снова зима, смотрите. О, сколько снега. Джуська, сколько снега. Мама приехала, да. Смотрите, вообще обалдеть. Вон снег идет, идет, идет. Кошмар. Бона, что происходит? А, Бона? А Боне все равно. Ей хоть снег, хоть что. Она, кстати, все время вот так вот, как умывается в снегу. Да? Здорово? Да. Джуська тоже. Мама приехала, да. Всего лишь час меня не было. Ну, может, поменьше. Да. Да, да, все. Вот такие. Вообще кошмар. Вот это погодка. Лето не будет, Лёва, все. Все, без лета. Будет вечная зима. Ну все, сейчас валяется, ее мыло. Начинается. Намывалась бесполезно. Это без толку, девочки. А, все, пошли домой. Ну что, девочки, у нас сейчас уже вечер, и на самом деле ничего не делала сегодня. Что-то мне реально лень, не знаю, с утра не задала. Не выспалась я, короче. Одним словом, еще голова разболелась, погода такая мерзкая. Потом солнце, кстати, вышло сегодня вечером. Сейчас вот опять как-то пасмурно, завтра вообще обещают целыми днями дожди, так что кошмар. Вот, сейчас сидела на сайте Белорис, кстати, смотрела, там кучу всего навыбирала себе. Вот, но хочу все равно дождаться ваших комментариев, девочки, обязательно напишите мне, какие продукты вообще вот вам лично нравятся, какие вы пробовали, хорошие или нет. Я там хочу масочки для лица набрать, для тела, ну, в общем, всякое такое. Так что хочу дождаться ваших комментариев, потом обязательно сделаю заказ. Вот. В общем, получился у меня такой болтоловлог, ну, как есть. Вот. Как всегда, все ссылочки у меня будут на все мои социальные сети внизу в инфобоксе и в закрепленных комментариях я тоже оставляю. Так что переходите, смотрите. Вот. Ну, а я буду на сегодня прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч.